Так, выставили очередной угол. Здесь подрезали по уровню, сделали рез и примкнули по уровню. Отковыряли брусок, потому что брусок делали по угольникам. И бывает так, что залита не ровно подушка, допустим, а угольником брусок относительно досок перпендикулярно. И лучше примыкать, как вот мы сейчас сделали, так более ровнее получается по уровню, потому что там пришлось вот на том углу пришлось подкладывать брусочек. Вот сейчас остается два щита и выставим наружный контур опалубки. Щиты сначала торцуем, вот здесь примыкает, торцуем их, потом нашиваем пленку. Пленка тепличная, бэушная. Размеры у нас фундамента. Лента относительно подушки. Вот по этому чертежу делаем. План фундамента, масштаб 1,50. Сами начертили чертежную программу. И вот эти вот размеры сейчас выставляем. То есть длина 11,884 и ширина 9,580. Размеры рассчитывали, исходя того, чтобы кирпич в дальнейшем облицовочный не резать. То есть посчитали количество кирпичей примерное, посчитали размеры между швами, которые кирпича, и сделали расчет, чтобы в дальнейшем не резать кирпич. Размер шва будет 5-6 мм. Размер кирпича известный, и вот сделали такой расчет. Сейчас выставим два щита и, промеряя диагонали, мы тоже здесь их просчитали в программе, промеряя диагонали, сделаем сверку и выставим его относительно подушки, чтобы углы примыкания, то есть длина и ширина, угол примыкания длины и ширины был 90 градусов, чтобы это не был какой-то параллелограмм, трапеция какая-то, а именно был прямоугольник. Вот. Выставив наружный контур опалубки, высота заливки будет 80 сантиметров. Выставив наружный контур опалубки, можно будет здесь вот листы у нас 6-метровые щиты, вернее 6-метровые, и их нужно будет натянуть по углам леску, сначала углы укрепить и по леске тоже все балки все укрепить. Укрепив наружный контур опалубки, мы будем приступать к следующему этапу. Это вязание арматуры и установка внутреннего контура. Конец еще одного рабочего дня. Вон уже солнце на закате. За сегодняшний день мы окончательно выставили наружный контур опалубки, то есть промерили длину, ширину и проверочные диагоналями, пока не укрепляли. Вот. И за сегодняшний день добили еще щиты на внутренний контур. Вот. Добили, покидали их вовнутрь, на центральную перегородку, вот 4 щита. Здесь еще мы их сколотили, но пленками обшили, на центральную перегородку, на эту сторону. Вот. Завтра доколотим пленкой, тоже перетащим их вовнутрь щиты и будем начинать вязать арматуру. Немного сегодня подвела нас рулетка, мы мерили изначально тряпочной рулеткой, но у нее есть определенная погрешность. Когда сделали замеры металлической рулеткой 5-метровой и сравнили ее с тряпочной рулеткой, то была погрешность на 5 метров 1 сантиметр.
решили, что будут замеры не точные, решили купить металлическую рулетку 20-метровую. Вот, потом я вам как бы покажу, как мы накололи с замерами. Но сейчас мы все подправили. То есть на 15 метров, диагональ у нас 15 метров с копейками, 15-264, было 3 сантиметра разницы между металлической и тряпочной рулеткой. Вот. Ну, это мы все сейчас уже подправили, поэтому измерительные приборы должны как бы соответствовать. Внутреннюю опалубку почти связали арматуру, каркас. Вот сейчас все довыставляем. Арматура у нас 3 ряда по 2 прутка, где-то 3. Вот углы еще потом будут, усилим углы, и еще будет. Внутренние выставили каркас опалубки, промерили диагонали. Один угол у нас вот тот на 3 сантиметра больше, то есть не сходится. Но здесь еще их не выравнивали. То есть будем выравнивать, будем еще пробовать. Остается тут вот еще 3 перегородка. Очередной день. Сегодня выставили мы всю внутреннюю опалубку, связали внутреннюю наружную опалубку, связали проволокой толщиной 2 мм. Против каждого бруска, то есть через каждые 80 сантиметров связали опалубки между собой. Верхние это как предварительные, ну, скрепляющие, это зафиксировали мы размер. У нас ширина фундамента будет 39 сантиметров, 390 миллиметров, и ставя брусок, размер зафиксировали, тут везде 390, вот так по всему периметру. Еще арматуру тут надо будет немножко довязать, потому что немножко посидим. Вот. Так. Вот. Везде скрепили проволокой. Также низ просыпаем сейчас землей и делаем такие вот раскосы. Вот. Так вот через одну балку. Вкрепляли низ и верх, потому что снизу думали землей, но по практике землю это выдавливает и получается внизу юбка. Поэтому мы, помимо того, что низ закидали весь землей, обсыпали, сделали еще упоры, подпорки. Хорошо укрепили углы, сделали выпуск под канализацию. Выпуск под канализацию, труба будет 110-я. Сделали из 150-й доски высотой, вот такой коробок, пленка ее, чтобы туда бетон не попал. Так, все заармировано у нас. Сегодня уже будем сейчас принимать бетон. Сейчас время начало 9, а бетон приедет к 10. Вот, сейчас мы еще гидроуровнем отстреляем углы, выставим высоту залива, натянем
леску. Высота будет 8 сантиметров. Также укрепили все внутри. Все связано проволоками толщиной 2 миллиметра. Каждая стойка, я уже говорил. Все, в принципе, все готово. Сейчас низ еще прольем водой, чтобы как можно больше задержать влаги в бетоне. Ну, дольше, потому что жарко сейчас будет днем. Чтобы она, ну, быстро он как бы влага из него не ушла. Сейчас прольем, и, в принципе, все готово. Так, фундамент залит. Сегодня уже следующий день, потому что камера разрядилась. После того эпизода было две машины по 8 кубов. Ушло здесь 16 кубов бетона. Высота от подушки была 80 сантиметров, на ширина 39. Вот. По программе нам рассчитал, там примерно 15-71 кубометра было бетона. Ну, заказали чуть побольше, 16. В итоге бетон немножко осталось лишнего, там литров 100, может. Часть вот на порог будущий выкинули, ну, часть раскидали на дорожку вот там. Итак, сегодня мы уже это полили его, теперь будем в течение недели, не разбирая опалубку, будем его поливать. Вот. Пакеты, которые мы обшивали, щиты, они как бы играют двойную роль. Это будет задерживать влагу, и плюс, ну, будет равномерно сохнуть, потому что все-таки у нас еще жарко. И плюс доски потом можно будет использовать для подшивки того же потолка. Ну, из этих соображений мы обшивали пакетами. Пленка, вернее. Вот так все получилось. Есть немножко усадочные трещины в некоторых местах. Вот, и в одном месте на центральной перегородке раскрылась опалубка из-за того, что было плохо укреплена. Вот, недалеко от угла
раскрылся немножко, выдавило. Ну, благо вовремя заметили и подперли ее. Вообще, по опыту, и водители даже приезжали, которые бетон привозили. Мы как бы использовали проволоку для стягивания двойку. Никто такую не использует. Четверку, тройку надо. И плюс мы стягивали проволокой поверху, стягивали в двух местах и по низу. Желательно стягивать в трех местах. То есть одна вверху и две внизу. Потому что бетон, вот высота бетона очень большая, 80, считай, сантиметров. Он очень сильно давит на низ. И опалубки только так как бы раскрываются. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В дальнейшем покажу, как возводим этот дом. Всем пока.